сейчас возродится за 30 робоксов. Ты что дергаешься? О, боже мой. Что, опять? Вот смотри, смотри наверх. Да нет здесь никого. Ах ты! Сними! 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 Всем хай! С вами Юджин, и сегодня, друзья, мы снова попытаемся пройти Дорос вторую часть. Но я буду это делать в этот раз не один. Я позвал себе на помощь опытного роблоксера. Пози! Всем привет! Ты же, да, в курсе, что я в Роблокс Дорос первую часть так до конца и не прошел? Черт. The mines. Мины. Мне кажется, или графон стал намного лучше? Мне кажется, просто детали больше. Именно из-за этого кажется, что графон круче. А так все то же самое. Что, давай, вагонетку запрыгивай. Нет, еще рано. Пойди сюда. Видишь, вот этот вот агрегат. И нам нужно найти лампочки, да? Да, соответственно, ищи по всяким ящикам, по всяким шкафчикам. О! Нашел? Я нашел что-то. Смотри, что это. Плеер, ты его надламываешь и кидаешь. Его только кидать можно. А вот лампочка. А вот и лампочка. Я взял. Так, окей. И нужна еще одна. Так, не, я уже одну вставил, смотри. А, так ты нашел лампочку? Да, просто втыкай туда и все, и поехали. Погоди, стоп. А ты эту же лампочку взял, потому что ту, что взял я, у меня ее просто нету. Ты у меня ее выхватил, что ли? Я у тебя ее застилил. О, вот она. Бери. Да возьми уж. Ладно, я возьму лампочку. Думал тебе уступить вставить эту лампочку. Я уже навставлял с этих лампочек, давай. Так, а что дальше-то? Нажал на рычаг. А, так ну ты говоришь. Так вот перед тобой. Я не профессионал, если что, в Дорсе. О! Я ее двигаю, смотри. Да, мой друг, ты ее двигаешь, но она бесполезна здесь. Нам нужно идти сюда. А зачем мы тогда лампочки вставляли? В чем смысл-то? Таким образом генератор стал работать, и мы теперь можем открыть эти врата. Опа. Ну вот здесь-то мы точно покатаемся на вагонетках. Да погоди ты. Надо было нажать на рычаг, переставить. Сейчас еще разочек, хоп, толкай. Что, направо ее толкать, да? Сейчас она вышибет, да, вот эти... Да, она вот сейчас вышибет. Так. А здесь какой-то шкафчик, что в этом шкафу? Тут желательно лутаться, чтобы выжить, поэтому нужно по всем ящичкам и шкафам лазить. Блин, жаль, в этой игре нельзя пушки найти, чтобы монстров мочить. Там кто-то есть? Это был я. Я случайно подслушал, что тебе нужны пушки. Ага. Ну тогда заходи в шкаф, кое-что покажу. Серьезно? Да, заходи в шкаф. Так, я зашел. Я в другом шкафу. Ой, извини. Я тут. Где пушки? Они не у меня. В смысле? А где? Они в игре Warface. Warface? Это динамичный и адреналиновый шутер, в который играют миллионы игроков по всему миру. С захватывающими PvE-миссиями, с проработанным сюжетом, который погружает тебя в разные уголки планеты, а также с улетными PvP-боями с 10 различными режимами на классных локациях. И до конца сентября в Warface проходит небывалая раздача пушек высокого тира и уникальные скины для персонажей всех классов. А за твою активность в игре ты получишь еще и супер стильный пистолет Zig Sauer и многое другое. Регулярные обновления, новые сезоны и тематические ивенты не оставят равнодушным даже самых бывалых игроков. И как раз Warface стартовал долгожданный сезон «Грозовые вершины». Это крупнейшее за последние годы обновление, которое знаменует старт глобальных изменений, преобразующих устройство основных игровых механик. Вместе с рестартом сезонных активностей тебя ждет абсолютно новая, тактически продуманная PvP-карта «Купол» для схваток в режиме командный бой, ультрасовременные оружейные серии «Энергия» и «Напряжение», доступные в боевом пропуске, а также серия «Молния» за участие в PvE-сражениях и «Живая сталь» за достижения в рейтинговых матчах. К тому же возвращение легендарных PvE-операций «Белая акула» и «Марс» и многое другое. Не пропусти самую щедрую раздачу ценного оружия от Warface на старте сезона. Переходи по ссылке в описании и используй лучшее предложение за всю историю Warface. Звучит очень прикольно, только я одного не понял. Для чего мне нужно было входить в шкаф? А, я понял, хорошо, я пошел отсюда. А! Боже! Я обосрался! Ты не ожидал, что ты залезешь туда? Фу, блин, я думал, я его сейчас открою. А что там красное светится? Это вообще норм? Стоп. Туда тебе нельзя теперь заходить. Если ты спрятался, то больше не можешь. А там типа кто-то спавнится? Там какие-то духи появляются? Что? Ты видел скрича? Какой скрич? Ты вообще о чем? Я не понимаю. А ты не знаешь? Я не знаю! Ты не слышал про скрича? Я никогда не встречал скрича. Кто это? Тот, который такой пс тебе на ухо делает. На ухо? У тебя канал... с кучей видосов с Роблоксом, и ты не играл в Дорс. Ну все, хватит, чувак, не стыдись. Я чувствую себя как-то очень неловко, когда ты такое говоришь. Ну да, я не особо играл в Дорс, чувак. Я думал, я себе профессионала в команду взял. Ты слышал этот звук?
Там какой-то звук был. Вот тут уже темно. Давай-ка я кину лампочку. Ты как-то очень криво кинул эту лампочку, честно тебе скажу. Я она не знал, нифига что не освещает. Она вот так вот упадет. Так, да, я тоже лампочку кину. Не, нормально, ты кинул. А что здесь справа-то? Блин, мне так стрёмно идти в темноту. Ну давай я кину палочку, чтобы. Я ненавижу. Ну все, мы потратили все палочки. Молодец. Ну давай другие найдем сейчас. Ага, ладно, здесь все чисто. Хорошо. Здесь много шкафчиков, да? Вот смотри, смотри наверх, наверх, видишь у меня? Да нет здесь никого, ты еще прикалываешься, о, что боже ли? Боже мой, все это время я просто видел то, чего нет. Ну, судя по всему, да. Так, я нашел пластырь. Ты его не сможешь взять, так как ты не коцанный. Ладно. Ты чего? Я... Это что за дичь? Что? Чувак, мне на ухо что-то сколопше, поворачиваюсь, там какая-то рожа за мной летит. Короче, я же тебе и говорил, ты слушай, а когда тебе псыкает на ухо, надо тебе резко найти эту штуку, чтобы испугнуть ее. Как ее испугнуть? Типа на нее посмотреть? Да, посмотреть четко на нее, ей в глаза. Я думал, наоборот, на нее смотреть не нужно. Нет, надо, правильно ты делал, правильно сделал. Слушай, чтобы ты понимал, я примерно 20 минут назад проснулся, я считаю, что это самое лучшее доброе утро, которое может быть. Я тоже недавно проснулся. Я первый раз записываю так рано. Опа! Так. У меня что? Вон сверху тварь. Где? Где? Покажи! Ты ее не увидишь. Это только мой личный демон. Я бы, знаешь что, я бы сходил вот в эту. Комната номер 106. Может быть, мы просто сможем вернуться обратно. Да, пофигу, пошли. Там как будто что-то есть. Ой! Ой! А что это было за кряхтение? Я не знаю. Ты слышишь? Не, не открывай этот шкаф. Не надо! Нет. Да я вообще стою, я прислушиваюсь. Ты слышишь это? Нет, нет, нет! Не открывай большой шкаф. Не, большой я не буду. Большой я не буду. Там что-то есть, там что-то... Ладно, идем. Йоу! Стой, не двигайся! Ты видел это? Что за дичь? Это хэдкраб! Да, типа хэдкраба. Я его вырубил, да, все, мы его уничтожили. А ты видел, как он на меня напал? Да, так он на потолку висел, ты что, его не заметил? Нет, блин, я и забыл про них. Короче, всякая дичь будет появляться каждые 5 секунд. И когда начнется землетрясение, нужно будет спрятаться обязательно. Хорошо, а нам нужно найти с тобой 3 лампочки. Предлагаю разделиться. Так, кидаю лампу, здесь никого нет, все чисто. Я нашел лампочку. О, я тоже одну нашел. А, все, все, у нас есть... Погоди, почему у меня опять одна лампочка? Я же нашел ее. А, я, видимо, ее уже использовал. Я в генератор ее воткнул. Погоди, ты еще раз воткнул? У тебя нет лампочек. У меня нет лампочек. Ты просто все мои лампочки прикарманил. Ну, я вижу, лампочка лежит. О, ты нашел, ты нашел. Все, я нашел последнюю, да. Все, хорошо. Итак, сейчас у нас откроется главная дверь. Мне кажется, будет сейчас землетрясение. Ты запомнил, где шкафы находятся? А, почему ты думаешь, что сейчас оно будет? Ну, вот почему-то у меня есть такое предположение. Нажимаю. А! Кто-то пшикнул! Не вижу! Не вижу! Ищи, ищи, ищи! Нету, нету, нету! Ладно, это ложный пс. Ладно. Ай, поворачивайся, отвернись, отвернись! Что делать? Иди ко мне, нет, назад нет, просто. Нет, 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 нет! Я не пойду туда! Иди сюда, друг! Иди что сюда, нам не бойся! Делать? Главное, не смотри! Главное, не смотри, смотрю, просто и ползи смотрю. Спиной! Спиной ползу? Все будет хорошо, если ты не будешь смотреть. Комната 09? Может, дальше пойдем? Или еще обыщем здесь все? Все, 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 можно уходить. Блин. Такая тварь. И это только 10-я комната начинается. Да, они тут вообще жестко закидывают. А что лампочки мигают? Опа! Ой. В шкаф! В шкаф! В шкаф! Я запрыгнул! Все, хорошо, ждем! Что это было? Ты слышишь? А, это тот старый добрый друг, да, который прилетает через все комнаты? Да. И что, он 2 раза будет прилетать или что? Нет, все, 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 можно выходить. Ай, как выйти? Блин, у меня сердцебиение началось, это вообще нормально? Это плохо, потому что нельзя долго сидеть в этих шкафчиках. Не больше 10 секунд, что ли? Это вредно для здоровья. Сидеть в шкафу вредно для здоровья. А, где? Нашел тебя. Идем дальше. 111-я комната. Знаешь, наверное, сейчас твои подписчики думают, что я прям совсем идиот. Который вообще не понимает, во что он играет. О, тихо! Что делать? Свет что не включай. Делать? Свет не здесь включай. Нельзя включать. Тут не мухи. Включай. Идем за мной. Это еще и какие-то яйца здесь. Это мушиные яйца. Я тебя не вижу. Вот, я тебя вижу. Слушай, ты хоррор-элемент просто убиваешь своим скином. Ничего не бойся, я всегда с тобой. Не наступай! Я ты рядом, счастливый я ногой рядом, наступишь. Я не наступаю просто. Ну ты прям совсем впритык стоял. Да я аккурат. Еще, где выход-то, я не понимаю. Я не знаю, у нас была 111-я комната сейчас, да? Значит, нужна 112-я. Ну, очевидно. Это важно знать.
Ах ты, тварь. Фишка в том, что могут обманывать. Могут обманывать? Как могут нас? Да, комнатами. То есть ты зашел в 111-ю, идешь дальше, видишь еще одну дверь 111-ю, и такой, ой, я пойду, а вот там... 112-я, дверь открыта. Все, гоу, 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 валим отсюда, здесь темно слишком. О! Ты чего? Да мухи. Не, ну, кстати, они выглядят достаточно мило. Да? Ой. Для тебя это мило? Ой-ой-ой. Что за дичь? Слушай, можно просто идти, двери подсвечены. Стой. Давай залутаем шкафчики. Стоп, а мы не идем обратно случайно? Стоп. А вдруг мы идем обратно? Мы идем обратно. Вот 112-е. Стоп, как такое возможно? Да, 112-е. Мы просто круг дали. И идем вот сюда. Стой. Вот 113-я здесь. Стой, где? Ты направо пошел? Нет, вернись, вот я в туннель зашел. Ой-ой-ой-ой. Вот сюда, ползи ко мне. Все, давай. Открываем 113-ю, что здесь? Не знаю, ищи. Так, ладно, я кидаю лампочку, let's go! Ну-ка, опа, и я истратил последнюю. Зачем? Ну, ради просто веселья. Зачем? А, нет, стоп, мы были с тобой уже в 113-й. Да, значит, 114-я нужна. Нас пытаются завести туда, вот. Это ловушка, это я ловушка. Я и говорил про это. Хорошо, что ты лампочку использовал. Это очень полезно. Блин, я забыл. Что делать? Я в шкаф запрыгиваю, мне насрать! Иди сюда. Ты где? Что это было? Там какая-то тварь прыгнула с потолка. Она безобидная. Вот просто внизу ходит. Что? Она же наверх может забраться. Ты видел, она с потолка прыгнула. Это нереально сейчас. Так что не переживай, она не опасна. Главное, не падай вниз. А, не, вот 115-я, вот 115-я. Ой, блин, в шкаф! Блин, в шкаф! Быстро в шкаф! Короче, ты слышишь меня? Да, слышу. Мы тут тварь, которая внизу ходила, еще повстречаем, и уже она будет для нас опасна. А, я помню, я видел ее, когда... Ой, у меня тихо, земля... Тихо. Все, у меня скримеры появляются у на экране. У меня тоже, блин! Я вышел. Так зря. А зачем вы в шкаф запрыгивали, если ничего серьезного не произошло? А землетрясение же было. Ты же в курсе, что при землетрясениях нельзя в шкаф запрыгивать? В холодильник, говорят, нужно запрыгивать. Серьезно? Чтобы когда ты сдохнешь, ты сохранился. Надо же забираться вроде как в дверные проемы. Ладно, я сейчас советов понадаю, а по итогу ни один не рабочий. Слушайте, ребят, наши советы. Если землетрясение, забирайтесь в холодильник. Я шучу. Не надо нас слушать, мы дебилы просто ютуберские, и все. Че, будем проверять эту комнату? Ну, конечно, проверим, да. У меня всего одна палка. О, я подлечился. Я нашел аптечку какую-то. О, ну хорошо, поздравляю тебя. Короче, я предлагаю с тобой сейчас попробовать проспидранить эти комнаты. Да, кстати, на самом деле я так и хочу. Потому что в прошлый раз я прошел до 45-й комнаты. Хочется этот рекорд побить побыстрее. Ну давай, до 50-й попробуем дойти. Ой, огонь! Не включай свет, иначе подорвемся нафиг. Че, кидай лампу. А, блин! Черт! Ой! Ой-ой-ой! Она тоже у тебя появилась? Чел, она просто появилась у меня на твоем лице. Твою ж налево! Это была не та дверь. Сейчас мы выйдем. Мне кажется, долго здесь находиться нельзя. Нет, вот сюда. Ой. Чел, прятаться. Ой, землетрясение! Надо прятаться срочно. Давай! Надо всегда запоминать, в какую комнату мы входим, потому что обманывают с дверьми. Давай. Приезжай, пожалуйста. Все, у меня сердцебиение начинается. Выходим, все нормально. Итак, мы зашли в какую, блин? Опасность миновала. Так, 118. Надо еще запоминать. Обязательно запоминаем. Мы прям лучше проговаривать. 118-е, 119-е, вот. 119-е, да. 119-е, выходим. Стоп, сыкнул. Ах ты! Да я ее не нашел! Что-то ну темно, за что? Я хочу посмотреть, как ты пугаешься. Блин, у меня жизни почти не осталось, ты представляешь? Надеюсь, здесь есть возможность приобрести себе дополнительные жизни за робоксы, потому что мне бы не хотелось, честно тебе скажу, помирать сейчас на какой, на 20-й комнате? Не, спасибо. Сейчас, погоди, я найду пластырь. Пластырь, чувак, пластырь тебе, залечись. О, да, спасибо большое. Он мне нифига не восстановил. Как это? Ну, он мне 3% восстановил жизни, класс. Черт! Ты чего? Да меня эта тварь ударила, которая... Так, кидай лампу туда. Опа, здесь нужно найти одну лампочку. Если найдешь пластырь, не используй его, пожалуйста. Хорошо, но я нашел и использовал, потому что меня тоже вкоцали, извините. Ну, блин, у меня, наверное, вообще прям совсем на долечке хп-шечки, мне бы тоже найти. Тут можно будет зареспауниться один раз. 121-я. Так, я кидаю сюда лампу.
Что за? Опа! Что стоп, за? Стоп! Что делать? Так, теперь мы ходим только на картышах. Только на картышах? Да, потому что здесь эта штука, которая называется фигура. И что делать? Он идет в нашу сторону. Если что, если он побежит за тобой, убегай вот сюда, за эту дверь. Видишь печать? Это специально магическая печать. Йо! Он идет в нашу сторону. Он идет сюда? Давай-ка сюда. Так. Да. А, нет. Вот, все. Побежали. Стоп! Он услышал. Я встал случайно. Давай обратно. За печать? Да, вот здесь стоим. Он не может пройти к нам. И что ты там сделаешь? А у нас тут печать, если что. Я умер! Чё? Твою ж налево! Как? Стой! Встань за печать обратно. Подожди, мне нужно возродиться. Сейчас, возродиться за 30 робуксов. Ты что дергаешься? О, боже мой. Ладно, я возродился, если что. Хорошо, у меня есть робуксы. Последняя попытка есть. О, класс. Ладно, слушай, ты полон сил теперь. Стой, он идет сюда, не надо. Он идет в нашу сторону, да вот прям сейчас идет. Да прям елки зеленые. Быстрее. Блин, сейчас. Блин, сейчас крич. Так, давай я первым пойду. Давай, хорошо. Понеслась. Ребята, поставьте лайкос. Мне это поможет. Да, поможет. Я даже ничего не стану говорить. Не, нам надо по шкафам прятаться, 100%. Ну как ты проходил эту комнату? Ты же как-то ее проходил? Да, но я не прятался в шкафах. Но я вот сюда иду, короче, смотри. Он ушел. Я иду. Ты идешь за мной? Идем. Идем спокойно, не беги. Все нормально. Бежим! Сюда беги! Беги! Дальше беги! Есть! Я не знаю, куда я побежал! Все нормально, стой! Я вообще убежал на другой конец этого лабиринта! Все, я здесь, я с тобой! Ну вот, видишь, вот так и нужно проходить. Учитесь, ребята. В общем, зря ты паниковал. Ты, главное, не кричи. Я пытался отпугнуть эту тварь, я орал на него. Нам нужно в 125-е. Ой-ой-ой! Так, чувак, просто, я не знаю, что делать, просто беги куда-нибудь. Просто бегу. Обратно поворачивай. Ой, теперь. Твою. Обратно поворачивай. Куда? Я ни хрена не вижу. Когда тебе показывают, поверни, поворачивай. Я пытаюсь пройти дальше через эту воду. Короче, у нас, кажется, у каждого свои приключения. Так, сохраняй спокойствие, все будет в порядке. Куда идти? Куда-нибудь иди. Да я не могу, она меня заперла в этом чулане сраном. В чулане? Нет. Да я опять умер. О, боже мой. Я не понимал, как мне подняться наверх. Ты можешь возродиться только один раз за игру. Чел, о, нет. Ты тоже умер? Да. 125-я дверь. Всего 25 комнат. Так долго мы проходили их. Попробуем снова? Давай. Я нашел лампочки. Ты уже все лампочки собрал? Да, все лампочки найдены. А ты что, вниз спустился? Так, стремянка стоит, я поднимаюсь, здоров. Все, можно открывать. Мы, кстати, находимся на какой, на 115-й комнате? Сейчас скажу, наверное. А может быть, это я тебе скажу. 115-й, мы были в 114-й. Кажется, нужно прятаться. Давай, запрыгиваю. Какой бы шкаф выбрать, левый или правый? Ладно, я просто пойду в правый. Так. Все нормально, выходим быстрее, все хорошо. На последней секунде выпрыгнул. А вот сейчас мы идем в газовую комнату. И здесь пипец как темно. Да, не используй, вообще ничего не используй. Тут нужно использовать, чел, у меня выбора нет. Нет! Нормально, это же не зажигалка. Вот, вагонетка. Я только... Аккуратно, отойди. Фух, мы сейчас умрем. Да, мы сейчас умрем. Я умираю! Сюда! Я умираю! Сюда! Беги! Дай мне отдышаться, пожалуйста! Вот наша... Стой! Наша эта комната, стой, или нет? Стой! Блин! Мы забежали в 115-ю, значит, нам надо... Ну, явно не в 120-ю. Давай в 116-ю. Я открою. Я умер! Сейчас я воскрешусь, подожди. Погоди, здесь большая ма 117 нам нужна, кажется. Подожди, я сейчас воскрешусь. Мы дальше никогда не пройдем. Все, я воскрес! Чел! Хана! Какая комната? Посмотри, 121-я, 120-я. Пускай будет 118-я, точно не 120-я. Точно. Нет, погоди. 117-я! Let's go! Ай! Тогда 118-я! Let's go! Давай! О, да. Есть! 118-я. Ну, зато протестировали, зато узнали. Спасибо, я оценю твою жертву. Мне реально красава, ты нас вытащил просто. Ах ты! Сними! Я снял. Кто смеется? Маленькая мерзавочка. Где ты? Покажись. А ну-ка. Она мертва. Топчи ее. Обоссы ее труп. Так, а в какую сейчас-то мы зашли комнату?
Ну ты запомнил, нет? Ну я думаю... Стой, подожди. Давай не будем торопиться. Так. Не торопим события. А 50 на 50. Либо 121, либо 120. Мне кажется, что... Слушай, мне кажется, это должна быть 119. Здесь нет 119. Давай лучше теперь я буду тестировать. Да господи, снимаю, господи! Снимаю! Не двигайся! Давай, я в 120-ю пошел. Да, нет! 120-е! Слушай, я же могу зареспауниться еще раз. У тебя больше попыток нету. Давай не будем тобой рисковать. У тебя робоксы есть? У меня есть робоксы. Так-то у меня есть робоксы. А у кого больше робоксов? А вот это я не знаю. Ой, нет, не иди вперед. Опа, я слышу. Вон он. Обходи, просто обходи. Давай, просто обходим аккуратненько. Пластырь, пожалуйста. О, мне тоже. О, да. Мне очень нужно. У меня четверть здоровья. Четверть? А, у меня уже больше половины, нормально. Монетки. Пластырь, иди сюда. Ай, какой где? Вот здесь. Ага, вот. Какой пластырь. Вот здесь на потолке сидит вот эта штука. Ага. А, погоди, в нее вагонетку, может быть, надо... Можно палкой. Сейчас кину палку в нее. Ну, давай, кидай. Ну, давай, смотри, какая она... Подохни от тварины. Все, побежали. 122-я, да, нам нужно было именно сюда. Не смотри. Я краем глаза посмотрел, и за это мне всадили. Так, нормально. 123-я, правильно? Да, 123-я. Блин, я сейчас сосредоточился только на пластырях, потому что у меня тоже опять уже меньше половины, меня чуть-чуть тоже зарядило, совсем капелюшечку. О, два пластыря, на, держи второй. Нет, ты бери, у меня больше половины. Ну, у меня больше половины, тоже используй. Ну, спасибо. Хотя, знаешь, было бы логично мне их собирать, кстати, вот что я понял. Знаешь почему? Потому что у меня-то уже больше нет попыток на возрождение. Потому что у меня день рождения, поэтому я беру все пластыри. Давай разделимся, зачем мы вдвоем-то бегаем здесь? Ну, а ты зачем за мной бежишь? Вообще, ты за мной бежал. Чтобы мои пластыри украсть, скорее всего. Я нашел две лампы. Опа, все, три лампочки нашел. Оп, третья. И рычаг дернул. Все, пошли, кнопочку нажмем. Так, 124-я комната. О, тихо. Давай-ка, пускай печать появится сейчас. Да, все, появилось. Тут на самом деле легко. Главное, чтобы он пошел в ту сторону нужную. Побежали? Зря. Нет! Отвлеки его! Отвлекаю. Уходи за печать! Я за печать! А я пробежал. Ладно, извини, пожалуйста, я не хотел пробежать вперед, но... Оно само как-то так вышло! А че он за мной-то бежит? А ты бегаешь, потому что ты выжил? Да, давай я его буду отвлекать на себя. Сейчас, погоди, а где дверь, которую нужно нам пройти? А, вот просто за решеткой прямо, понял? Ты бежишь... Блин, за решеткой. И в левую сторону, да. Сейчас. Отвлеку его! Давай. Так, он за тобой побежал. Нет, он просто... Да, теперь он за мной бежит. Он начинает хаотично бегать. Может, я его отвлеку на себя? Погоди, я не люблю, когда он такой непредсказуемый. Я просто пройду за ним, все нормально. Скрич, тварь! Да, надо быть внимательнее. Так, он идет. Куда? Он возле меня, возле дверцы. Я его отвлек на себя. Да, на себя отвлек. Все, он возле двери стоит. Прямо возле двери. Теперь идет обратно. Все, я сейчас обойду. Так, он стоит прямо возле двери. Он на меня палит. Я вижу его. Все, давай, беги! Я в шкафу. Тебе нужно прямо сейчас бежать будет. Я иду. Давай, побежал. Хорош. Все, дальше он не пробежит. Он не может проходить через двери. Здесь опять обманки. Это какая была комната? Хороший вопрос. Наверное, 125-я, кстати. Давай 125-ю, я пойду. А, вот 125-я, подожди. Я иду. Твою мать, это была не 125-я. Ты так забавно шлепнулся. Так, 126-я это значит, да. Мы зашли в 125-ю, точно, господи. Ой, свет мигает. Ой, это надо прятаться, кажется. Шкаф. Я нашел шкаф. Я иду в шкаф. Сейчас, погоди. Ну, запрыгивай. Звука нету. Ну, может, ты запрыгнешь в шкаф? А, теперь запрыгнул. Нет. Ой, опять сердцебиение. Мне кажется, не нужно так сразу прям в шкаф прыгать. Надо подождать. Ну да, есть какое-то время. 128-я муха. Выключи свет. Нет, я выключил. Чуть-чуть меня покоцали мухи. Я не ожидал их здесь увидеть. Так, мы зашли в 128-ю, значит, 129-я следующая. 129-я, тут обманка. Тут есть обманка, да, на 130-ю комнату. Не открывай, 129-я. Вот она. Где? Где? В какую сторону вот здесь? Я не знаю. Направо я пошел, налево пошел. Налево? А как мне обойти-то яйца, чтобы их
Чел, вот, смотри, я кидаю тебе. Видишь лампы? Спасибо. Все. Теперь у меня нет ламп. Спасибо, что использовал прямо на мухах. Что? Мы поднимаемся выше? Да. Интересно. Так, что у нас здесь? Мне нужно быстрее себе найти какой-нибудь вкусненький пластырь. Найдется ли здесь такой вкусный пластырь? Чел, тебе нужна эта штука, которую я взял. У тебя же этот, тебе нужны батарейки. Да-да-да, давай, мне, скидывай. Как мне дропать предметы? X. Бери. Опа. Это набор батареек. Спасибо, спасибо. С днем рождения. Ура! Огнеопасная комната. Так, мы сейчас быстро 132-ю ищем. 132-ю. Давай. Все? Это была самая быстрая комната. А что ты самое сложное здесь видел? Самое сложное. 149-я, по-моему. Там будет погоня, чел. Такая погоня. Экшен, пипец. А в какую комнату мы опять зашли, ты запомнил? А что, у нас обманка здесь? Да, 136 и 135. Я думаю, 135, да? Я не знаю. Когда ты ошибаешься с дверью, тебя снимают половину. Если я ошибусь, я сдох. И сколько у тебя здоровья сейчас? Чуть больше половины. Думаю, ты должен выжить. Ты первый заходи, у тебя есть возрождение. Я умру. Ты тут не умрешь. Да, я не умру. Давай, давай, давай. Так что ты иди первый. Нет, да в смысле, я уже одно возрождение потратил. Так я одно возрождение потратил. У меня хп будет мало, у меня будет всего лишь одно право на ошибку, а у тебя сейчас будет дофига. Тебе будет логичнее пойти. У меня четверть здоровья, у меня вообще минимум. Вперед иди! Я не пойду! Вперед, я тебе сказал! Если я стану призраком, я буду винить тебя. Хорошо. Два, три, есть! Ну вот, Опа. Землетрясение. Давай подождем. Прячемся. Как нормально. Это быстро пришел. Но мы выждали несколько секунд. Пролетел. Чел, это была 136-я комната, если что. Да, нам осталось 13 комнат, и тогда мы дойдем до самой сложной комнаты. Реально интересно узнать, что там. Действительно ли там так сложно, как ты говоришь? Там будет экшон, надо тебе, кстати, подготовить тебя, сказать, что там. А что там? Погоня. Короче, там нужно будет выбирать направление, бежать прям. В комнате все будет падать, короче, да? Да, 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 а потом вообще вагонетка, понимаешь? Что значит... Вагонетка. Мы потом на вагонетку упадем и будем... О, я нашел пластырь, на, возьми. Вот здесь, вот здесь. Ой, няма. 137-я комната, идем. Но здесь как будто как-то слишком тихо. Мне кажется, здесь сейчас будет какая-то подлянка. Надеюсь, что нет. Надеюсь, что они перестали с подлянками. Так, ты сказал, 137-я была или какая? Все, давай, 138-я. Гоу. Побежали. Неплохо, идем. Потолок проверяй. Чё? Здесь они будут. Здесь будут эти чуваки, которые... Ты что? Что? Это паук на меня прыгнул, просто паук. А, паук. А он стой, там дальше вот, хэдкрафт, дезориентируй. Давай. Давай. Хорош. Побежали. Морозота. 139-я. Ну вот сейчас становится чуть более экшоново, да? Как будто с каждой дверцей... я бы сказал. С каждой дверцей становится все страшнее. Шкаф, шкаф, сзади сейчас шкаф. Погоня будет. Сейчас будет погоня. Видишь, труба сверху? Да. Давай, мы должны это сделать с первого раза. Давай, женек, во имя нашей дружбы. Раз, два, три, погнали! Побежали! О, боже мой, сейчас оно будет. Что-то ничего не произошло. И вон следующая сейчас дверь. Оно будет. Опа. Оно началось? Опа! Что это? Что за дерьмецо полезло из канализации? Говно по трубам пошло. Как это крипово выглядит! Вперед! Что делать? Беги и прыгай! Нет! Нет, я упал в пропасть, я умер. Черт! Серьезно? А, я могу возродиться еще. Давай, 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 давай. А, нет, не могу, не могу, не могу. Не могу. Наблюдаю за тобой. Ты видишь, как я играю? Да, 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 я вижу, как ты бежишь. Я, кстати, в прошлый раз именно здесь и запоролся. Может быть, сейчас. Ну, оно еще далеко от тебя, так что нормально. Может быть, сейчас я сделаю так, что мой папа будет мне гордиться. Я буду гордиться тобой. 144-е. Так, прыжок! Гордись мной активнее, пожалуйста! А, он тебя догоняет! Не останавливайся! Он дышит тебе в спину! Блин, серьезно, близко! Нет! Очень близко! Ладно, нет, еще не близко, нормально. Ой, что это? Что это? Сейчас будет погонять. Что это? А почему ты застрял? Так надо! Ты упал вниз! Ой, блин! Так. Ты у меня так глючишь сейчас. Ты просто по воздуху на жопе катаешься на вагонетке. Интересно, как это выглядит со стороны. Да елки зеленые, я тебя просрал. Все, тебе конец. Ай, ладно. Прямо в том же самом месте. Окей, хорошо, что мы добрались с тобой хотя бы до этого момента. Я расстроен, я огорчен, что я не смог. Я запоролся на том же самом месте, прям ровно там же. А как нужно было дальше пройти, я не понимаю. Да, понятия не имею, я же не прошел. Ай. Друзья, надеюсь, что вам понравился этот видос. Надеюсь, вам было весело. Если так, то поставьте лайк, подписывайтесь на все мои соцсети. Они будут все в описании под видео. С вами был Юджин и... Оззи. И всем пять!